Если вы хотите узнать, как Вердейдж закибербулил меня и еще парочку ютуберов, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Привет, Вертеич, я знаю, что ты посмотришь этот вот, знаете, видеоролик, я к нему вообще абсолютно не готовлюсь, то есть я вот только увидел то, что там Вертеич это все выпустил, только его, знаете ли, отсмотрел, и вот сразу вот зашел к себе вот под данный видеоролик в комментарии и обнаружил, что там достаточно много дизлайков на момент вот записи, возможно, еще чего-то вот данного видеоролика, там уже больше, я не знаю, 250, еще там 300, возможно, уже, я точно не знаю, то есть, понимаете, я сначала не понимал, что вообще случилось, а потом смотрю, а Вертеич оказывается, там, знаете, реакцию снял на пародии на него. Я, то есть, посмотрел этот видеоролик, ну, смешные, достаточно неплохие вот эти вот все пародии и все такое. Я вообще, вы знаете, я до последнего не хотел делать данный видеоролик, но куда деваться уже? Я в самом деле не знаю. То есть, я понимаю, что у него аудитория там в несколько раз больше, и вообще ролик он заснял первым, и у меня дизлайков будет, типа, тут вообще гораздо больше, чем лайков, потому что, ну, я вообще не знаю, как так можно. Но вот в самом деле я постараюсь, потому что вот мне нужна именно правда. Вы знаете, Вертеич, он, то есть, выпустил ролик, абсолютно там повырывал из контекста какие-то фразы, вот которые ему было удобно вырвать. Вот, и то есть. Загрузил этот свой видеоролик, и вот сразу к нам, ко всем, то есть я зашел там на большинство видеороликов, которые он там оставил в описании. Кстати, у моего видеоролика он подписал вообще там то, что топ-пародия, типа ему понравилось и все такое. Но, тем не менее, типа дизлайков у меня очень много. И я не понимаю, почему, то есть комментаторы какие-то там вообще смерти желают, еще я что, я это заслужил или что? Я просто, ну я не понимаю, в самом деле, зачем так делать-то? Ну вот, Никита Вертеич, ну мы же с тобой друзья, там, одна бровь, одна кровь, столько лет вместе, знаешь ли, вот там ну, столько всего пережили, а тут ты вот такой, зачем? Я в самом деле не понимаю. Никита Вертеич, ну ты чё? Ну, то есть, я постоянно, мы вот все вот эти вот люди, которых ты там показал, да, возможно, за исключением некоторых, мы вот эти пародии делали, понимаешь, в знак уважения. Возможно, там, да, немного карикатурно, но, понимаешь, мы абсолютно точно не хотели тебя как-то обидеть, оскорбить и все такое. То есть, если ты обиделся, реально, вот лично я могу принести свои извинения, то есть, вот этот ролик, тот ролик, который ты отсматривал, он вот такого вообще, ну, он не имел задачи тебя там оскорбить, возможно, еще что-то. Я ж не знал, что у тебя на самом деле такой голос, то есть, что ты его не специально таким, знаешь, детским делаешь, а вот то, что он специально у тебя такой. Еще ты рассказывал, что вот человек, который на тебя пародию сделал, вот которому ты лайк даже поставил, там ты рассказывал, что он даже на концерте Де Лорензи с тобой поздоровался, потому что мы вот ничего плохого-то против тебя не имеем, то есть мы все тебе, знаешь, завидуем, потому что у тебя аудитории так много и типа просмотров много, да и вообще ты типа богатый, вся фигня. Мы то есть вообще мы так не хотели сделать, а вот ты, то есть на нас вот этих вот своих детей нагнал, да, ты не говорил напрямую, что там заходите, ставьте им дизлайки, делайте все прочее. Тем не менее, типа, они зашли, но я действительно не хотел обидеть. И дизлайки поставили, ну как-то вот за это нужно, наверное, отвечать, я даже не знаю. То есть там практически всем людям, вот, которые там были в твоем ролике, на которых ты оставил ссылки, вот, спасибо тебе за это, да, неплохая реклама получилась. Тем не менее, типа, там постоянно вот им сейчас пишут то, что там мать, там вот это того, я даже такое говорить не буду, мне отвратительно. Абсолютно, я вот такие слова, вот такие комментарии стараюсь мимо себя, мимо ушей как-то пропускать, потому что мне вот это вот вообще неприемлемо. Я вырос в нормальной семье, то есть такого вообще, то есть, ну, не приемлю вообще, чтобы кто-то вот такое говорил. И, ну, как-то вот непонятно, да, то есть, возможно, я вот говорю, опять же, если мы тебя как-то обидели, ну, ты извини, пожалуйста, то есть, лично я такого не хотел, да и там у других в роликах тоже было, то есть, там вот эти вот, знаете, дисклеймеры и все прочее, то, что там никого обидеть не хотят и так далее, а вот, ну, ты как-то, ну, я даже не знаю, зачем вот так делать. Возможно, ты, да, тоже не специально это все сделал и как-то оскорбить, там, тоже обидеть нас не хотел, но вот по итогу твои вот эти, знаешь, подписчики пришли и начали вот это вот все говорить, ну... Ну, не особо нормально, тоже согласись, Никит. И нужно как-то решать этот вопрос, то есть все нормально, может быть, мы с тобой вот всех ты людей соберешь, которых ты там обзоры, вот эти реакции сделал, вот, и мы какой-то совместный там ролик сделаем, летсплей, возможно, там еще что-нибудь на Аризоне, да, то есть там многие на Аризоне снимают, вот, и то есть и как-то вот это вот конфликт весь, ну, замять нужно, вот, и, ну, то есть, ну, непонятно вообще, с чего на нас такое вот все обрушилось. То есть я-то вообще, я к дизлайкам очень плохо отношусь, то есть каждый
каждый дизлайк, это вот, я не знаю, как будто бы вот по лицу меня бьют. Я не знаю, и вот дизлайков так много, что, ну, в самом деле, ну, Никит, ну, я даже не знаю вообще, как на все это реагировать. Однако, то есть, Arizona Roleplay Phoenix, сервер, на котором был заснят весь этот геймплей, айпишник находится в описании. А еще, как бы, ссылочка на мой телеграм-канал, все это также находится в описании. Вот, поэтому, Никит, отпишись, пожалуйста, под данным видеороликом, как мы будем решать эту проблему. Вот, спасибо за просмотр, пока.